Всем здравствуйте! Даная Пригожина уже рассказывала, как мечтала стать мамой и тщательно готовилась к этому. Сегодня она поделилась, что на свет появился ее первенец. Пригожина долго хранила тайну, какого пола ее ребенок. Даная объясняла, что решила разделить эту радость только с родными. Однако девушка делилась своими эмоциями по поводу долгожданной беременности. Первым о беременности узнал муж, маме, папе, брату. Отчиму рассказала 2 месяца спустя. Почему так долго? Я не могу делать так, как многие блогеры, которые, к слову, часто делятся подобными новостями со своей аудиторией сразу после того, как увидели на тесте 2 полоски. Знаете, я безумно счастлива. Муж тоже, мама была очень рада, ведь она давно мечтала стать бабушкой и просила внуков. А у брата на глазах появились слезы счастья, отмечала 25-летняя Пригожина. И радостное чувство у всей семьи Данаи вспыхнули вновь, ведь Пригожина родила наследника. Да, это случилось, пока отхожу, поделилась она. К слову, Даная во время беременности чувствовала себя отлично. Правда, ее волновали некоторые моменты. Токсикоз меня не мучил. С одной стороны повезло, с другой, может, чуть-чуть схуднула бы. Меня одно настораживает, что придется опять возвращать себя в хорошую физическую форму. Но ничего, думаю, у меня все получится. Что касается вкусовых предпочтений, то меня не тянет на соленое, как многих беременных. Как признавалась Пригожина, в этот период ей сильно хотелось вернуться в привычный режим. «Кстати, очень хочу пойти работать, не могу постоянно сидеть дома, мне надо быть в движении, куда-то ехать, проводить встречи, а муж говорит, что надо отдыхать», — сетовала она. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока! Пока.